Славянске на Кубани завершилось первенство Южного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек 2001 года рождения и моложе. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, а также Республики Крым. На торжественном открытии первенства участников приветствовал председатель Краевой федерации настольного тенниса Игорь Подносов. Позвольте от всей души поздравить с началом. Ну, это для большинства из вас первое соревнование в этом году. Пожелать красивой, содержательной игры, выполнить все поставленные задачи. Ну а в целом хотел бы пожелать сезон, скажем так, долгий, тяжелый, чтобы у вас он удачно сложился как в спорте, так и в учебе, и в жизни. Удачи вам во всем. Соревнования проходили в течение 5 дней. Сильнейшие юниоры и юниорки Южного федерального округа состязались за призовые места. На кону были не только золотые и серебряные медали, но и выход в финал первенства России по настольному теннису, который пройдет с 25 по 31 марта в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Славянский район представляли 33 спортсмена. По итогам игр лидером среди юниоров стал славянский теннисист Руслан Черкес. В его копилке наград 3 первых места и 1 второе. С хорошим результатом завершилось первенство и для Даниила Черкеса. Он завоевал 1 первое, 1 второе и 1 третье место. В итоге ребята будут представлять наш район на первенстве России в составе сборной команды Краснодарского края, которая стала лучшей по итогам соревнований. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».